Приветствую, друзья, сердечно. Я хочу сделать вебинар сенсационный, потому что я там покажу приемы новые, это раз. Во-вторых, подскажу вам, как нулевое состояние получить быстро и как в этом состоянии можно быстро вырабатывать навыки, с помощью которых вы можете в любом плохом состоянии, которое называют, мне вот постоянно звонят люди, говорят, мне тяжело, вот тяжелое состояние, как превращать состояние, когда мне звонят и говорят, мне легче стало. Вот что мы сделаем на этом вебинаре. И это будет действительно прекрасно, потому что после вебинара у вас повысится психологическая устойчивость, иммунитет, вы научитесь в любой момент и в любом месте быстро снимать стресс и превращать этот стресс как стресс-трамплин для ваших новых достижений. А теперь я скажу кое-что. Рон Хаббард был писатель-фантаст, и он создал Дианетику. То же самое. Писателем-фантастом был Альтшулер, и он создал теорию разработки изобретательских задач. У Рона Хаббарда был эмметтер. А у нас есть шкала стресса, градусник напряжения, виртуальная, с помощью которого во время вебинара вы сможете сами измерять свое состояние в моменте и регулировать свое состояние. Да, вы сможете это делать в любое время, в любом месте, я там покажу, но самое главное, Рон Хаббард, когда создал Дианетику, и когда он обещал учить людей бизнесу, и он создал саентологию, то бизнесу он учил каким образом? Он просто учил людей привлекать к своей системе и этим самым зарабатывать, а не вообще учил делаться бизнесменом. Бизнес-то в этом состоял. Ну, поэтому это небольшой перекос, который увел людей в ту сторону, они сами знают, о чем речь. Надеюсь, кто приверженец какой-то системе, на меня не обижается ни в коей мере. Я просто ученый, и поэтому изучаю разные системы. А вот Альтшулер, например, он создал свою теорию и научил своих учеников изобретать. Поэтому я очень-очень уважаю наших участников, которые мастера ТРИЗ, и передаю привет нашим участникам, мастерам ТРИЗ и Виссариону, который сейчас на рыбалке там находится, и поэтому, когда он вернется через несколько дней, два вопроса, которые он ставил, да, и ответы мы на эти вопросы собираем, чтобы сократить кризисы и войны на планете. На планете Земля! Без всякой политики. У нас не политический канал, вы это знаете. А теперь, друзья, до встречи на вебинаре. Но до этой встречи я еще сделаю один ролик. Он будет тоже очень интересный, вы увидите. Картину давайте дописывать, пишите в комментах. Мы в коллективном разуме. Пишите советы, я все советы взвешиваю и принимаю решения. Что добавить, что убавить. Улыбку сделаем как надо. Шляпу сделаем как надо. Волосы сделаем как надо. И окна домов. Да. И Марку Гарберу вручим эту картину. Жду от него тоже советов.